Известная телеведущая и певица Ольга Бузова стала звездой шоу «Поцеловать, переспать, убить», в рамках которого ей нужно было решить, с кем из знаменитостей она займется сексом, а кого лишить жизни. Ведущий решил подшутить над ней и в одну из троек поставил бывшего мужа Дмитрия Тарасова, а также рэпера Текила и блогера Амирана Сардарова, которые дружат с футболистом и всегда его поддерживают. Ольга Бузова нелестно высказалась обо всех трех звездах. Она отметила, что не считает их мужчинами. Впрочем, ведущий настаивал, и ей пришлось определяться, как того требовали правила. Неожиданно исполнительница сделала выбор в пользу Тарасова. Как заметила звезда, они прожили вместе 6 лет, и были в это время в их отношениях, и потрясающие моменты. А вот насчет рэпера телеведущая сразу сказала, что этот человек – предатель. Он распространял про нее недостоверную информацию, когда она рассталась с футболистом. Однако затем Бузова сказала, что переспала бы все-таки не с Тарасовым, а с Амираном Сардаровым из этой троицы. Впрочем, футболиста, которого еще несколько лет назад она безумно любила, она бы убивать не стала. «Пусть живет, мучается, смотрит на меня всю жизнь. Переживает, какую женщину он профукал», — сказала она. Телеведущая считает спортсмена дурачком, который не смог правильно распорядиться своими шансами в личной жизни, сообщает портал Супер.ру.